что вы здесь делаете? Ну, я, во-первых, скажу, что я здесь как участник в прекраснейшей выставке акварели, которая собрана буквально со всей страны. Это прекрасный зал Союза художников Санкт-Петербурга. Я здесь как участник, и я не мог не участвовать на этой выставке, потому что здесь собралась очень большая, будем так называть, компания, творческая компания коллег, коллег разных совершенно уровней, разных совершенно подготовок и разных совершенно талантов. Здесь представлено около 400 работ. Абсолютно разного направления и трогают не менее как работы профессиональных художников, так и работы конкурсных начинающих художников. Каждый художник выставил здесь по 6, 8, 4 работы. Это огромная заявка как автора в таких крупных выставках, где можно увидеть и его полностью целиком, его творчество, и увидеть его, так сказать, какие-то дальнейшие пути развития и заявки. Эта выставка отличается от других выставок акварельных, которых приходилось принимать участие до сих пор? Безусловно, потому что эта выставка очень качественная, очень сильная. Естественно, был конкурсный отбор, и отбор был очень серьезный и профессиональный, и строгий, поэтому здесь собралась буквально элита акварели России. И очень показательные работы не только российских художников, но и зарубежных художников, которые представлены из личных коллекций, из каких-то галерей. И эта выставка даже не столько конкурентная, сколько дружеская и общительные, как бы духовно, потому что мы не только в присутствии этой выставки общаемся здесь, но мы и видим работы и руку мастеров и зарубежных, и наших российских коллег, и друг у друга, естественно, что-то, может быть, перенимаем, а может быть и нет, и может быть дарим наоборот. То есть идет такое творческое общение. Это очень здорово, это стимулирует любого художника, и этим нужно заниматься, нужно устраивать такие выставки, их надо устраивать больше, потому что это и двигает как акварель в определенной своей какой-то линии, в отличие от масляной живописи, и она иногда даже бывает и сильнее масляной живописи, потому что акварель сложная техника, и в этой технике не каждый художник работает. А, Илья, как вы чувствуете себя представленным в контексте выставки? Как участника? Да. Свои работы, свою секцию. Мои работы экспонируются, я считаю, что в прекрасном состоянии, как и к экспозиционному моменту. А они не выпирают, они не доминируют, они, как бы сказать, в общей среде, в группе всех коллег. Вот. И оформление работ было бы здорово, прекрасно. Очень много проведено большой творческой работы участников, которые положили на это силы. И выставка состоялась, она состоялась гармоничная, цельная и ударная. Ударная. Я таких выставок еще не встречал, чтобы у нас были такие выставки в России такого уровня, такого содержания, такого качества.